Медицинское учреждение, которое возьмут за образец. В Иванове торжественно открыли детскую поликлинику 7-й городской больницы. Уютная, разноцветная, она обязательно понравится маленьким пациентам. А их здесь будет немало. К обслуживанию запланировано 12 тысяч человек, 14 территориальных участков. Работа врачей узких специальностей организована в 2 смены. Здесь же будет принимать единственный в городе детский уролог. Регистратура и колл-центр функционируют отдельно. Это лечебное учреждение, оно свидетельствует о возможности, потому что если посчитать все деньги, которые потрачены, это деньги вполне умеренные. Здесь, конечно, участвовал и областной бюджет, и ФОМС, и другие источники. Общая сумма всех затрат на этот, ну я не боюсь сказать, в общем-то, дворец, 46 миллионов. Поэтому это не критичные суммы даже для областного бюджета. Я думаю, что правильно будет сделать, что мы эту поликлинику возьмем за образец и будем стараться тиражировать его по всем муниципалитетам нашей области.